Приветствую на своем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я хочу показать мою петуньку, которую я посеяла, как пробный вариант, и испытать, взойдут ли семена из тех пакетиков, что я приобрела. Из каждого выбранного пакетика я выбрала по одной гранулке и посадила. Кто смотрит и помнит, в 9-ячеечную кассету. И вот что вышло из тех микробов, которых я показывала. Вот так вот она выглядит. С того момента я их уже распикировала в 200-миллилитровые стаканчики. На каждый наклеила название. И вот так выглядит на сегодняшний день моя петунька. Ну вот, как видим, размер листочков такой разный. Ну, естественно, что разные сорта. И, в принципе, она вся одинаковая. Чувствует себя хорошо, не тянется. Вот это единственный такой мелкий экземплярчик. Вот такая кучерявенькая. Но ничего страшного, догонит. Корневая у нее развивается хорошо. Уже практически заполнила. Видите, чем крупнее растение, естественно, тем и больше у него корневая. Далее, когда корневая начнет заполнять больше весь земляной ком в стаканчике, будет пересажено в пол-литровые стаканы. Вот хочу показать, вот такая вот корзиночка. Стоит у меня 6 стаканчиков. В принципе, входит легко. И еще уйдет, если даже потеснить, еще 2 стаканчика. Так что будет 4 ряда по 3 стаканчика, 12 штучек уместится. Ну, а чтобы ей не было тесно, вот так вот у меня их только 6 зашло и 6 осталось. Ну, можно уместить и 3. Будет пока вполне ей нормально. 3 ряда, я имею в виду, 9 растений. И вот такая вот корзиночка. Взяла я ее в фикс-прайсе и приспособила пока это для посадки луковиц, чтобы их не потерять в земле. Приспособила я пока их вот для этих целей. Можно легко взять все растения, не по одному таскать на полив. Вот сейчас как раз у меня земляной ком подсох. И в стаканчиках я прорезала вот такие вот отверстия. И полив уже петунии буду осуществлять вот таким поддонным способом через низ. И сейчас хочу вам продемонстрировать, как это удобно вот в таких вот корзиночках. Для этого набирается в любую емкость подходящую, чтобы влезла в корзиночку водичка. Сегодня я их хочу подкормить вот таким вот удобрением Буцефал. Буквально капельку. Такой у меня поливочный тазик. И мы просто-напросто вот так вот ставим. Водичка прекрасно проникает сквозь корзиночку, и наши стаканчики, видите, начинают через те отверстия впитывать влагу. Вот сейчас немножко постоит, и они впитают, не доходя до верхнего слоя, не будет перелива. Ну, если, конечно, передержать стаканчики в воде, то вода, естественно, поднимется до самого верха, будет влажный весь земляной ком. Так что вот сегодня что я вам хотела показать. Если вы выращиваете петунию не в таких, не в масштабных размерах, да, то там десяточек для себя выращиваете, то пожалуйста, вот кому приглянулся такой способ, пользуйтесь, очень удобно. Не нужно 25 раз бегать,
по пару стаканчиков в руках. Вот так потом корзиночку взяли. Вода стекла, где-то постояла у меня это вот. Такая решеточка постояла пару минут и отправляется дальше на полку. Ну вот, за то время, сколько я с вами разговариваю, давайте посмотрим, сколько напиталось. Так, вот, пожалуйста, вот такой вот размер. Вот уже сколько втянул земляной ком сухой в себя воды. Ну, на этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!